Почти взрослые открытия, знакомство с передовыми технологиями, увлекательные научные мастер-классы и встречи с известными в сфере космонавтики людьми. В рамках Всемирной недели космоса школьники Чувашии проделали объем работы, равный, пожалуй, космическому. Глава республики и представители Международной ассоциации участников космической деятельности обсудили первые итоги. Неделя выдалась поистине просветительская. Школьники увидели и услышали много нового и интересного из сферы космонавтики. Военно-патриотическое воспитание очень значимо, когда вот такие формы появляются наши. Форма – это не самое главное. Нет, это важно. Поэтому то, что поработали, поучаствовали, пообщались, это очень важно. Спасибо огромное. Весьма примечательный факт, уже ставший историей. Юным космонавтам Чувашии удалось обнаружить новый остров в Арктике. Мы его должны завершить регистрацией как самостоятельной Земли, самостоятельной географической единицы с именем Андрея Григорьевича Николаева. Ну и понятно, мы везде и всюду, естественно, зарождение всего этого будем связывать с Республикой Чувашия. Говорили и о развитии промышленного производства, о формировании технического и кадрового потенциала для отрасли. Космические технологии самые высокие, самые передовые, и они должны быть важнейшими двигателями всей экономики, считают участники встречи. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Борис Андреев, Республика.